микрофоны подключали. Все, до свидания. Сейчас затащим пару пердаков, ребят. Ты, может, задание будешь выполнять? Это Стасик. Стасик убийца! Микрофон. Ой! А, ребят, Стасик убийца. Так, ладно. Убивайте Стасика, Стасик убийца. Стасик, ты адекватный? Ты чё меня в первом же раунде посередине игры, посередине всего вот этого? Стасик убийца. Так. Чё ты, Стасик... Ой, чё, я сам себя кикнул. Я исключил. Меня кикнул. Выключи микрофоны. Все, мы выиграли. Фу, какие эти, какие сейчас предатели лохопедины были. Прикиньте, они проиграли сейчас моментально. Стасик, ты худший вот этот, худший предатель. Иди, Стасик, жалуйся дальше. Вот это всем, то, что я тебя дубом обозвал. А чё, если ты меня убиваешь посередине? Я моментально понял то, что Стасик это предатель. Моментально. Когда ты подошла к кнопке и начала выбирать саботаж. Это, Стасик, ты так палишься, как не знаю кто. Ага, все, начинаем. Микрофон надо выключать? Если, конечно, Стасик опять убийца. Давайте. Нет. Все, выключайте микрофоны. Ну я, конечно, спалил Стасика в самом. Ну а чё, если Стасик реально убийца, она настолько нубасися, ну она всегда палится то, что она убийца моментально. Всегда. Просто в каждой игре кто-то подойдите сюда, я не буду вот это задание выполнять до тех пор, пока кто-то не увидит то, что я не убийца. Потому что это задание могут выполнять только члены экипажа. Убийцы его не могут выполнять. Вот, Стасик, да? Вот, смотри. А? А? Ты видишь, Дуримонда? Я не убийца! А то она потом гнать на меня будет. Чё? Зачем? Кто? Труп нет. Кто это нажал? Пупок, это ты нажал? Апсет, это херает. Он... Пупок, ты можешь разговаривать? Словами, буквами, ртом микро сломался. Ты, ну, почини его. Короче, Стасик видела, как я выполнял в медпункте вот эту вот фигню сканирования. Поэтому она может подтвердить, что я миллиард процентов не убийца. Подтверждаю. А я делала в кафетерии задание, и это видела минимум 3 человека. Чё ты хочешь, Пупок? Чё, мне кажется, что это теперь еще и Лера. Пупок, чё ты хочешь? Да, Лера слишком топит. Я выходил, и он со мной прям дверь, меня дверью защемило. Он не успел меня кокнуть. Я за дверь выбежал, он себя закрыл. Я успел и побежал голосовать, быстрее репортить. Подожди, Херейд серый? Да. Ну, тогда голосуем за Херейда, давайте. Я за Херейда. Ну, и подожди, если бы серый кто-то был другой, значит, я бы за него. Да почему за Пупка, Дуримонды, вы Петровны? У вас что, людей много в игре, чтобы всех кикать подряд? Вы что, сумасшедшие? Я играю с кокнутыми на всю голову просто неандертальцами, честное слово. За Херейда. Да за что? Да за то, что ты убийца! Да в смысле? Тебя кажется, только что спалили! А потом окажется, что это вообще не он. А потом окажется, что это Лера. Ребята, это не я. Кокайте Херейда, он дверь закрыл. Да почему тогда Пупок жив остался? Пупок не жив, Пупок умер в первом раунде, хоть Пупок не виноват. Кокайте Херейда. Голосуйте давай. Все, давайте голосуйте за Херейда, это Херейд. Видите, Херейд валит Пупка, а Пупок мертв. Все, Херейд. Я не валил Пупка. Это Лера. Она очень сильно валила Пупка и очень сильно валила этого... Хватит всем валить! Голосуйте за... А чё она подакивает в чате? А чё она орёт как ненормальная? Это Пупок! Это Пупок! Да потому что она убийца. Да потому что ей нужны жертвы. Кровь на ее руках. Вот что ей нужно. Это она! Стасик видела то, что я выполнял задание в этой вот фигне, я не убийца. В медицине, да. В медицине. А Лера валит всех подряд. Она всегда валит только тогда, когда она убийца. Я уже всех вас знаю, как вы себе ведете. Какое задание? Это Лера. Она на Пупка. Ты сам,
Ты сам говорил то, что у нас что ли типа много людей, чтобы кикать. Мы уже двоих кикаем. Это карась, он защищает Леру. Сейчас кикнем Леру, потом карася кикаем. Да может быть это вообще ты, Стасик. Я выполнял задание в медицине. Так в медицинском я только что сканирование прошла. И чё? Я в первом раунде выполнял. Ну один раз. Чё один раз? Один раз его можно выполнить одному человеку и всё. У кого попадается это задание, тот может выполнить это задание. Я в первом раунде его выполнил. Подтверждаю, я была свидетелем. Я не виноват, что последние два стрима так поздно выходят. Я пытаюсь перестроить свой график, но если кто-то вдруг не знает, у меня два дня назад время назад перевелось. В Европе время переводят назад, и в Украине тоже вроде. То есть, если три дня назад у меня стрим начинался в 5 вечера, то сейчас он у меня начинается в 4 вечера. Поэтому вот, я начал в 5 вечера, это можно сказать в 6 вечера. Ну, то есть... По Москве он всегда остается так, как я оставался, в 7.30, да? Но у меня-то было всегда 5.30, а сейчас вообще 4.30. То есть у меня время назад перевелось. Поэтому я вообще сейчас офигеваю, то что мне ролик на час раньше надо выкладывать. И стрим на час раньше начинать. А я вообще нифига не успеваю в этой жизни. Как это вообще сделать? У меня стрим в 4 вечера начинается. Да я в 4 вечера только глаза открываю и такой, ой, я типа проснулся. Не, я просыпаюсь как бы в 9 утра, но раздупляюсь только вечером. Я пока проснусь, пока ролик запишу, пока выложу, пока поем первый раз за день 4 вечера такой. Ой, ну чё, можно, пора это пойти прогуляться. А у меня уже стрим. Я такой японский род. Ну, в смысле, вот это вот всё самое. Поэтому, я не знаю, вот в России молодцы, потому что это давным-давно отменили ещё как 10 лет назад. В России уже время не переводится. А тут нафига, я не понимаю, ну перевёл ты это время, ну кому от этого лучше, от этого хуже только. А потом всё это просыпаешь, прокакиваешь, на работу не идёшь, в школу не идёшь, потому что люди путаются просто. Время назад перевелось на час, это как, это зачем? Вот я не понимаю. Сейчас мне на час раньше ролики выкладывать, обосраться и не встать. Так. С ними играть, это себя не уважать, честное слово. Господи. Так, я надеюсь, что среди всех тех людей, которые мы к чертовой бабушке выкинули, я надеюсь, что хотя бы из них всех был один убийца. Я очень сильно на это надеюсь, ребята, что среди них был хотя бы один убийца. Так, да? Где и кто? У меня вопрос. А, то есть это я, слушай. Черный меня... точно нет. Говорю, черный точно нет. Потому Почему? Что выполнил задание и исчезли вот эти частички. А это так не работает. Так это же предатели, как. Доброе утро. Короче, дайте я скажу. Стасик, это так не работает, если что. Ну, в смысле, ну шкала-то заполнилась после того, как он выполнил. Так предатели тоже это могут делать, мы это уже выяснили. В чате кричат, это пофиксили, это все уже работает. И даже то, что мы предполагали в предыдущей серии, вот эта вот фигня, то, что после убийцы можно выполнять задание, оказалось, то, что это тоже неправда. Потому что у каждого человека разные задания, и то, что Мия сказал, это тоже фигня. То, что в медпункте это один раз можно выполнять, у каждого свои задания. Поэтому это уже не работает. А сейчас Карась говори, давай. Так вот, труп был, получается, на входе в реактор, и... Стасик, типа, стоял и проверял меня, типа, выполнял ли я задание, и максимум у меня подозрение на неё, так как, да, типа, если идти... Я думала, идти... что это так работает. Нет, если идти от реактора и, типа, смотреть ко Нет, мне, я то... шла от Света, меня видела Мия, что я выбегала после саботажа и Света. Я скидываю. Амочка, ты ничего не хочешь сказать случайно вдруг? Вдруг просто она самая такая, самая, ну, самая... Банан. А где банан? Банан жив! Здесь. Да. Так это банан! Нет. Ну ладно, банан так... Был. Так почему пока Лера пропускаем. На всех гонит? У меня такой вопрос. Лера на всех гонит, Лера всегда на всех гонит. Это Лера. Если бы это не гнала, это было бы уже не Лера. Уеду. Я манел эту Португалию в ее Португалию. И это самое, вот это, я бы сейчас матюкнулся бы. Это самая сратая страна для жизни, честно вам скажу.
Не живите, ребят. Если вы думаете, то, что в Европе намного лучше, чем в Украине, чем в России, вы очень сильно, вот вы настолько сильно ошибаетесь. Я вам говорю, как человек, который живет в Европе уже 10 лет. Хуже некуда. Цены в 10 раз больше, зарплата, ну, в полтора раза больше. Но зато медицина, я каждый раз, когда иду к врачу, я за прием плачу 10 тысяч рублей. Каждый раз! 10 тысяч за то, чтобы врач на меня посмотрел, сказал, что у вас болит, а идите домой. Вот. Мия, я второй раз выполнил это задание. Одно и то же задание в медицине. Я просто специально включил микрофон для тебя. А, ну все. То есть это... И у тебя хватает совести еще возмущаться, Хэрейд? У тебя хватает совести? Да. Так ты серый, вот я просто ради прикола сказал то, что ты убийца, и ты был убийца. Пупок тебя спалил в самом начале. А извините, пожалуйста, проделайте мне, пожалуйста, мост в Турцию, я хочу обратно. Так если ты играть не умеешь, ты хуже Стасика играешь. Ну в смысле? Ура! А вы можете играть без меня? Я чисто, я вас ловлю, Все, давайте, еще одна игра. Тянем Хрейда за причиндалы, давайте. Впервые импостером на стриме стал. Я буду в этой жизни уже предателем когда-то. Я хочу всех запредателить. Ну, всех перекокать-то. Я опять... Подождите. Заново. Я забыл, извините, кто убийца. Я просто забыл это изменить. У нас слишком мало заданий. Мы моментально выиграли. Кто был убийцей? Я и Пупок. Ты, конечно! Иди в жопу! Ёкало, мамэ. Тебе не надоело в каждой игре убийцей быть? Нет, потому что вы меня всегда сразу выбрасываете. Так потому что ты играть не умеешь! Я тебя реально хотел тогда убить. Но повезло. Это банан. Это банан сейчас. Или Хэрейд. Или банан. Или Лера! Я тебе... Подожди, тихо. Ты перестань на всех гнать. Хватит! Я тебя забаню сейчас, Лера. ЧСВ. Она ЧСВ, ребят. Помните то, что Лера это ЧСВ. Все, выключайте микрофон. Вот а что я после этого должен делать? Конечно, она подозрительная. Где? В электричестве там были закрыты двери. И там в люке кто-то, походу, сидел. А как ты это понял? Потому что кто-то закрылся, и там никого нет. Двери открылись, там выхода нет. Вряд ли это... Лера, иди в жопу уже. А? Ты заколебала. Подожди, картошка, извини. У тебя если есть какие-то аргументы, говори их. Если у тебя нет аргументов, молчи. Все, картошка, продолжай. Типа, честно, ну вряд ли это он, потому что он со мной забежал туда. Он со мной забежал в электрик. Я, правда, не видела, кто туда вообще забегал, но умер Хэрейд, получается. Ну, конечно, Хэрейд, кто еще мог умереть? Хэрейд всегда первым умирает. Ты вообще молчи там, Хэрейд, ты уже умер. А вот, кстати, в ТикТоке, помню, смотрел видос, там что-то говорили, почему серый убийца, там говорили, что у него какой-то цвет не такой. Да, потому что серого не существует. Все, давайте. Голосуйте или пропускайте? Я скип. Вы идите задание выполняйте, а не умничайте. Это что со мной? Ну, это как бы я понимаю, да, но если я еще здесь буду сидеть реально. Я в любом случае здесь еще месяцев 7 просижу 100%. Поэтому, ребят, конечно, не дай бог, но может такое... Если вдруг, прикиньте, если вдруг мы с Катей расстанемся когда-нибудь, после того, как мы 3 года с ней уже встречаемся, вы будете знать, из-за чего этого. И потом, пожалуйста, не заколебывайте меня под каждым роликом, под каждым стримом, под каждым постом, почему, где Катя. Если мы когда-нибудь с ней расстанемся, это вот из-за этого сраного зомби-апокалипсиса. Из-за того, что мы уже не видимся больше, чем полгода, еще, наверное, год не увидимся. Поэтому, ребят, если что, знайте. Но в следующем году я дотерплю. Я знаю то, что у меня сила воли очень даже хорошая. Если я, конечно, коньки не вот это копыта не двину, то я дотерплю до следующего года. Если мы не расстанемся, надеюсь, до следующего года, то в следующем году я приеду в этот сраный Новосибирск и больше с него никогда в жизни не уеду. Я манел эту Португалию в ее Португалию. И это самое... Вот это... Самое... Я даже не... Я бы сейчас матюкнулся бы. Это самая сратая страна для жизни. Честно вам скажу. Это Мия. Это Мия.
Или это не Мия? Или это Ми? Или это... Эля, Аля, Аля, Аля! А чё она за мной так бежала? Это Мия? Или это не Мия? Фиг её знает. Ага. Чего? Сан, почему, когда свет выключился, ты бежал, получается, вот куда? Вот оттуда, с медицинского блока, еще потом со склада бежал Эд. И я, свет чинится, я убегаю обратно. Вижу тебя, убегаю, ничего. И это, ну, труп его. Не знаю. Карась, он не знает. Я бежал в медицинскую выполнять заданку. Как это? Так, подожди. Лох. Я всегда так делал, я всегда проверяю эти местности. Вы чё, прикалываете, что ли? Я чё, в этой жизни ни разу никого кокнуть, что ли, не могу? Банан, собака сутулая. Амочка! Амочка! Ай-яй-яй, амочка! Смотри. Я захожу в электрику, свет еще не починили. Но я слышу, как его пытались чинить. Валяется труп, и ты от него бежишь. Амочка! Амочка! Ай-яй-яй! А, ой! Это спалилась немножко, амочка. А прям у меня нюх сегодня на убийстве. Я говорю, банана нафиг кокать нужно. Карась. А? Как тебе моя... Как тебе моя двойная проверочка? Ненавижу ее теперь. А ты вот это, ты поменьше просто убийцей становись, и все будет прекрасно, банан. И ты, Харей, тоже. Я начну вести, я виноват. Я вообще ненавижу логику, серый предатель, серый выбрасывает. Так ты реально был предателем! Нет, это был банан! Это был ты! Первые две игры ты предателем был! Первую одну, вторую... Две! Все, короче, ребят, всем бан просто, прямо сейчас. Бан! Все, раз, два, три. Ура, свобода. Просто нюх на предателя. Север, верни! Карась сегодня затащил, карась сегодня затащил. You know I'm dreaming about us too.